Pendant près de 35 ans, l'affaire que je me propose d'évoquer a été enveloppée du voile du mystère. Mais le temps passé, un événement nouveau a surgi qui peut fournir une solution à cette énigme. Три с половиной десятилетия дело, о котором идет речь, было окутано туманом загадочности. Но вот произошло событие, которое посулило разгадку. Servir d'intermédiaire entre lui-même, Erich Bächler, et les éditeurs dans la perspective de faire publier un manuscrit qu'il possède et qui comporte une tentative d'assassinat. В нашу контору обратился некто Эрих Бехлер. Речь шла о публикации рукописи его воспоминаний, о попытке покушения, участником которой он был. Monsieur Bechler demande de mettre aux enchères. Кроме того, Бехлер поручил нам продажу с аукциона документа и ранее неизвестных киноматериалов, относящихся к этому покушению. Société de télévision les droits de diffusion exclusifs de bandes de films jusque-là inédites. Or, M. Bechler compte estime que cette affaire pourrait lui rapporter. Господин Бехлер предполагает получить в результате этих сделок сумму в 3 миллиона долларов. Il s'agit, en l'occurrence, d'une tentative d'assassinat sur les personnes de Roosevelt, Staline et Churchill durant la conférence de Téhéran en 1943, messieurs. Речь идет о попытке покушения на Рузвельта, Сталина и Черчилля во время их тегеранской встречи в 1943 году. Эрих Бехлер, это его настоящее имя? C'est son nom présumé. Nous ne connaissons Нет, pas это псевдоним. Son identité réelle. Où est maintenant le Где manuscrit? Находится рукопись? Le document, tout comme le négatif du film, ont été déposés dans un coffre в банке. D'une banque. Êtes-vous sûr Вы уверены в достоверности документа? Les documents ont été approuvés Экспертиза подтвердила подлинность подписи Гитлера. С результатами экспертизы можете ознакомиться у моего секретаря, мадемуазель Эраль. Почему Эрих Бехлер не опубликовал свои мемуары раньше? Мой клиент не уполномочил меня отвечать на этот вопрос. Он может это сделать сам. Il est prêt à répondre à quelques questions à Вот он, Эрих Бехлер. Вы можете задавать ему вопросы, только очень коротко. Не надо снимать. Нельзя снимать. Почему вы раньше не опубликовали свои мемуары? Человек, которому было поручено осуществить эту акцию, остался в живых. Он боялся, что кто-нибудь проболтается о его причастности к этому делу. С ним шутки плохи. Но сейчас он вышел из игры.
номер? Il est en prison. Pourquoi? Нет, он в тюрьме. За что? La terreur. Террор. Police! Police! Bougez pas! Bougez pas! Personne ne bouge! Monsieur Legrain. Извините, я спешу. О, Господи, именно сейчас. Полицию всегда обвиняют в том, что она всюду опаздывает. Вам необходимо меня допрашивать здесь? Прошу. Я не собираюсь, месье Легрен, утомлять вас мелочами. У меня к вам одна небольшая просьба. Всего лишь одна. Я знаю, инспектор, что это за просьба. Вы ведь хотите, чтобы я вам устроил встречу с моим клиентом. Верно. Представьте, я знаю ваш ответ, что адреса его вы не знаете, что он сам вас находит, когда ему нужно. Вы весьма догадливы для полицейского. Благодарю вас. А самое смешное, что это правда. Я действительно не знаю, как с ним связаться. Самое смешное, что я вам верю, месье. А наш разговор окончен, видимо. Да, всего доброго. До свидания. А? Каково ваше впечатление от этой пресс-конференции? Пока это трудно сказать. Извините, профессор, что я побеспокоил вас, но наш институт весьма заинтересован этими газетными сообщениями. Мы знаем, что вы были участником тех далеких событий и решили обратиться к вам. Я уполномочен сделать вам предложение вылететь в Париж и Лондон в качестве эксперта с целью установить подлинность документов и киноматериалов. Вы согласны? Командир корабля и экипаж от имени Аэрофлота приветствует вас на борту советского самолета Ту-154, выполняющего рейс по маршруту Москва-Париж. Вот контора адвоката Легрена. Аукцион состоится в Лондоне. До свидания, все. Мадам, я хотел извинить. Добрый день. Нет, мсье, ни в один кинотеатр пленка отдана быть не может. Она будет продана прокатной или телевизионной компанией. С ней вам и придется иметь дело. Увы, мсье, ничем не могу вам помочь. До свидания. Мадам, я хотела поговорить с мсье Легрен. К сожалению, это невозможно. Одну минутку. Он сейчас в Нью-Йорке. Господин Легрен? Да, а вы? Господин Джонсон просил вас встретить. Я его секретарь. Меня зовут Жаклин. А вертолет зачем? О, у нас на улицах такое движение, вам бы пришлось потратить целый день, чтобы добраться. Ну что ж, не будем терять времени. Что произошло? Тут сломалось, но это не важно. Дойдем пешком.
Это рядом. Хорошо. Пойдемте. Ну, где пленка? Не понимаю, о чем вы. Вы так непонятливы? Не можете сообразить, о чем я говорю? Я говорю о пленке этого фильма. Какого фильма? Не валяйте дурака. Вы в своем уме? Если я сейчас же не получу пленку, вы будете убиты. Что? Это кто же меня убьет? Уж не вы ли? Не я, конечно. Найдется кто-нибудь. Кто? Кто-нибудь из прохожих, неважно кто. Вот этот, например, в кепке. Или вот этот. Или вон тот в очках. Набери. Я свободен. Нет еще. Пройдемте немного. Вот сюда. До свидания, господин Легрен. Займись. До свидания. Ты уже бывал здесь? Нет. На тебе мелочь. Развлекайся. Через полчаса Сэм тебя отпустит. Мистер Джонсон, адвокат Легрен. Моя машина, посланная за вами, вернулась 2 часа назад. Где вы были? Я весьма интересно провел это время с вашей секретаршей и ее приятелями. Очень милые люди. Удивительно. Вот уже 10 лет, как моя жена избавилась от моей последней секретарши. Ах, вот как. А теперь я вам скажу, что еще будучи в Париже, хотел вас предупредить, что дело, которым я занимаюсь, гораздо опаснее, чем вы полагаете. Я был похищен, как только вышел из самолета. Но, судя по всему, вы не пострадали. Нет, мне показали очень забавные места в Нью-Йорке, но за это мне пришлось пленкой заплатить. А где негатив? Дело вас еще интересует. Больше, чем прежде. Негатив лежит в сейфе Парижского банка. Звоните вашему Бехлеру. Очень-то осторожно. Прийти ко мне в контору после этой пресс-конференции. У меня не было другого выхода. Вами уже интересовалась полиция? Видел. Я сидел в такси, когда инспектор подошел к вам у входа в отель. Но меньше всего я опасаюсь полиции. Я боюсь этого человека. Да-да, вы правы. В Нью-Йорке мне отняли пленку прямо на улице среди бела дня. Это его люди. Он связан с террористическими организациями во многих странах мира. Да-да, я слышал об этом. Сейчас я покажу вам любопытные кадры из его прошлого. Ну что, приступим к делу. Вкратце напомню ситуацию. 12 сентября отряд диверсантов под командованием Скорцени освободил из-под стражи незложенного Муссолини. Но задумал и осуществил эту операцию совсем другой человек. Его фамилия Шернер. Кличка Палач. Он был крупнейшим специалистом по убийствам и диверсиям Третьего Рейха и пользовался неограниченным влиянием на Гитлера. Его боялись все, даже Гиммлер. Смотрите, Муссолини не успел переодеться. Какая трогательная встреча. Сейчас будьте внимательны, камера повернет направо. Вот, вот Шернер. Вот, надевает шляпу. А это сын Муссолини. Знаете, месье Легрен, после удачи с похищением Гитлер словно сошел с ума. Его охватила навязчивая идея убить Черчилля, Сталина, Рузвельта. Был разработан план покушения. Этот план включал в себя несколько параллельных вариантов. Вот опять Шернер. Сотни агентов во многих странах мира были вовлечены в эту операцию. Разумеется, они не знали о ее конечной цели. Только Шернер знал все подробности плана и должен был привести в действие колесики сложнейшего механизма убийства. Но ни он, ни Скорцени не верили в успех. Они понимали, что тайна, известная больше, чем одному, перестает быть тайной. Они решили, что все эти многочисленные группы террористов будут использованы лишь для отвлечения. А удар должен быть нанесен
совершенно с другой стороны. И Скворцени, и Шернер были глубоко убеждены, что только одиночка может рассчитывать на успех. И вот тогда Шернер вспомнил обо мне. Запомните это лицо. Но за 35 лет он, конечно, изменился. Но я надеюсь, что вы его узнаете. Я не сомневаюсь, что его руки будут тянуться к моей глотке. Он попытается нащупать меня через вас. Запомните хорошенько это лицо. Решения, которые ты мне предлагаешь, скрыты от нас, как бы в темноте. Их поступки трудно предугадать. Каждый из них, и Сталин, и Рузвельт, и Черчилль, обладают огромной властью и могут изменить любую ситуацию, любое обстоятельство. Отменить заранее запланированную встречу. Если бы я знал, что эти трое встретятся, ну, скажем, через 2 месяца в каком-то месте в такое-то время, с точностью до 1 часа 50 метров, тогда я мог бы поверить в возможность успеха. Это невероятно. Они сами не знают, где будут через 2 месяца в определенное время. Если бы мы с тобой знали это, мы были бы провидцами. Они могут не знать. А я должен знать точно. Послушай, повар Рузвельта, филиппинец, отложил свой отпуск во Флориде, назначенный на 2 половину ноября. Но это больше напоминает сообщение светской хроники, нежели данные разведки. А вот тебе еще. Немцам стало известно, что союзники дали указание госпиталю, который расположен по пути из аэропорта Фигеран, подготовить к ноябрю и хранить кровь определенных групп и резуса. И когда эти данные сравнили с данными из досье премьера Черчилля, Рузвельта и Сталина, обнаружилось полное совпадение. Вот так. Ну что там? А, дождь. Мясник и какая-то женщина. Опять? Что-то обменял на мясо. А
Входи, входи, там открыто. Я согласен. Две главные величины, время и место, мне уже известны. Теперь я точно знаю, что все трое встретятся 30 ноября приблизительно с 8 до 12 ночи в британском посольстве в Тегеране. Это невозможно. Как ты можешь это знать? Они сами об этом не знают, по крайней мере, двое из них. Третий не придает этому значения пока. Это погребено в глубинах его сознания. Но когда наступит время, все это всплывет. И так из всего многообразия фактов, дат и мест меня только интересует британское посольство в Тегеране только 30 ноября, только с 8 до 12 ночи. Откуда тебе известно, что они... Черчилль? Биография. Боже, как это просто. Да, день рождения. 30 ноября сэру Уинстону Черчиллю исполняется 69 лет. Они обязательно будут у него в гостях. От вас мне нужно только одно. Не позднее сегодняшнего дня у меня должны быть адреса наиболее состоятельных пожилых иранцев, проживающих за пределами Ирана. Предпочтительно Швейцария. Имя Дарьюш, национальность перс, возраст 65 лет, 40 лет назад покинул Иран, живет в Швейцарии. Здоровье? Стенокардия, повышенное давление, но в общем чувствует себя хорошо. Состояние? Очень богат. Дети есть? Сын, тоже Дарьюш, живет в Испании. Кто ведет дела? Адвокат Жерар Симон. Это Дарьюш, адвокат Жерар Симон. Да? Мсье Симон, у меня к вам дело. Я вас слушаю. Старайтесь серьезно отнестись к моему предложению, каким бы нелепым оно вам ни показалось. Вы должны побудить вашего клиента Дарьюша вставить в завещание дополнительный пункт. Похоронить Дарьюша в Тегеране. А вы в своем уме? Сделать это совсем несложно, ему лишь следует подсказать эту мысль. За это вы получите 10 тысяч долларов. В случае вашего согласия, эта сумма завтра же будет переведена на ваш счет. Да, я согласен. Хорошо, спасибо. Да. Пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Вас вызовут к человеку, который умрет сегодня ночью. Вы должны зарегистрировать смерть и установить ее причину. Я думаю, он умрет от инфаркта или инсульта, по вашему усмотрению. Никакого другого диагноза, иначе вы умрете. Простите, доктор, это ваш гонорар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. Завтра сюда прибудет представитель швейцарской похоронной фирмы. Он позаботится обо всем. Воля отца должна быть выполнена неукоснительно. Сегодня ты выезжаешь в Швейцарию. У тебя новое задание. Особая важность. В Женеве присоединишься к пассажирам самолета рейс 1703 на Тегеран. Обрати внимание на людей, которые сопровождают гроб богатого иранца.
Возможно, среди них есть агент, представляющий особые опасности. Вот тебе деньги, билеты, остальные инструкции получишь в Тегеране. Мадам Мари Луни? Да. Будем знакомы, адвокат Симон. Это ваши вещи? Да. И все? Прекрасно. Мне рекомендовали вас как хорошую переводчицу с фарси. Да, я 7 лет прожила в Иране. Насколько я знаю, вы по происхождению русская. Да, мой отец уехал из России в 16-м году, а я родилась в Париже. Вы представляете себе круг ваших обязанностей? Приблизительно. В основном, видимо, перевод. Да, и мелкие услуги. Короче говоря, секретарь, переводчик. Понятно. Вы говорите по-русски? Да, по-русски и по-английски. Прекрасно. Месье Жерар Симон. Добрый день, месье. Добрый день, мадам. Я агент Женевской похоронной фирмы. Зовут меня Макс Ришар. Можно просто Макс. Очень рад. Да. Познакомьтесь, наша переводчица приехала из Парижа, будет сопровождать нас в поездке по вашей просьбе. Замечательно, мадам, очевидно, сегодня еще не завтракала, буду очень рад. Нет, спасибо, я не хочу. Ну почему, мадам? Месье Ришар, мне необходимо выяснить с вами некоторые детали предстоящей поездки, связанные с риском и опасностью. Да-да. Гарсон, проводите, мадам. До свидания, мадам. Ах, месье Жерар. Вы позвольте мне вас так называть? Ну что ж. Не думайте о дороге, все будет хорошо. Давайте подумаем о чем-нибудь существенном. Ну, например, как мы сегодня с вами проведем вечер. А? Вот это для меня серьезная проблема, поскольку я общаюсь с мертвецами. Я стал жизнелюбом. Мадам, разрешите угостить вас кофе? Что? Извините, я хотел угостить вас кофе. Каким кофе? Кофе настоящий, довоенный, не суррогат. Вы кто? Это не имеет значения, просто я хотел угостить вас кофе. Почему пришла в голову? Не знаю. Такая странная мысль. Ну, не знаю, просто так. У меня есть прекрасный кофе, я решил кого-нибудь сегодня угостить. И выбрал вас из всей этой толпы. Прошу. Что вы улыбаетесь? Да так, ничего. Мне просто повезло. Это вас? Да-да, мне пора. Спасибо большое. Прощайте. Внимание. Пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс 1703 Женева-Тегеран, приглашаются на посадку в самолет. Прошу вас. Боже мой, это вы? Это мистика. Мы летим с вами в одном самолете. Вы летите в Тегеран? В Тегеран. Поразительно. Никогда не думала, что увижу вас снова. Случай? Да, случай. Вы знаете, случай — это
величайшее, хитроумнейшее из всех явлений природы. Его невозможно предугадать, но если разобраться, то случай лежит в основе всех вещей. Люди как недооценивают случай, а, между прочим, это главный фактор, который движет всю человеческую историю и жизнь этого человека в отдельности. В конце концов, ведь все случайно. И рождение, и любовь. Смотрите. Я совершенно случайно купил ящик кофе. Кстати, он настоящий бразильский, так что вы пейте. Спасибо. Купил только потому, что на соседней улице сгорела бакалейная лавка. Вот вам первая случайность. Пожар бакалейной лавки. Затем я пропускаю множество всяких событий, таких же случайных и непредвиденных, которые привели меня и вас на этот аэродром. Далее. Сегодня утром над Женевой шел дождь. Шел? Шел, тоже случай. Потому что если бы ветер дул в другую сторону, то дождь прошел бы стороной, и мы с вами не сидели бы на этом аэродроме. Тоже случай. Ну и последняя случайность. Из сотен людей я подошел именно к вам. Таким образом, цепь случайности привела к тому, что наши пути пересеклись. Вы хотите сказать, что мы познакомились потому, что в Париже полгода назад сгорела бакалейная лавка? Именно это я хочу сказать, но мы с вами так и не познакомились. Меня зовут Андре. А я Мари. الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار والجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Какая мертвая выжженная земля. Страшное место. Почему он хотел, чтобы его похоронили именно здесь? Наверное, здесь лежат его родственники. Но здесь же ничего не осталось. Но все равно они здесь, в этой земле. Когда умерший погребен, это еще не конец. Нужно, чтобы могила разрушилась и сравнялась с землей. Так учит ислам. Это смерть, растянутая на века. А может быть, бессмертие. Говорят, здесь много змей. Здесь раскаленные камни. Смотрите, какая могила. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне необходимо с вами поговорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень долго не решался. Симон, выбросьте это из головы. Давайте лучше пойдем сыграем в карту. Он сошел с ума, несет какую-нибудь чепуху. Но он был практически здоров. Практически здоров. У меня был товарищ, который был практически здоров, потом вдруг умер в постели у любовниц. Все мы практически здоровы до тех пор, пока не становимся практически мертвы. Но я прошу вас, поймите меня. Отнеситесь к этому серьезно. Здесь убийство. И я не знаю, что мне делать. То ли обратиться в полицию, то ли... Я не знаю. В сопроводительных документах было медицинское свидетельство, где черным по белому написано, что Дарьюш умер от кровоизлияния в мозг. Я отлично помню. И все-таки здесь что-то не так. Простите меня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я тоже пойду. Не веришь своим глазам? Не верю. Ярмоль. Здравствуй, Андрей. Здорово, Ярмоль. У меня мало времени. Выкладывай. Ну, что выкладывать? Пока подтвердил, что Дарьюш отправился на тот свет не по своей воле. Кому-то нужно было легально попасть в Тегеран. Но я было подумал об адвокате.
Но он сегодня сам признался мне в своих подозрениях. Решил идти в полицию, хотя я понимаю, что это еще ни о чем не говорит. А похоронный агент... Ну, похоронный агент тоже себя вроде ничем не скомпрометировал, хотя глаза мне его не нравятся. А что глаза? Неподвижные, не отдельные. Вот он смеется, а они сами по себе. А переводчица? Ну что переводчица? Переводчицу жалко. Это не город, а кипящий котел. Кого тут только нет. Вавилонское столпотворение. Каждый божий день стрельба, грабежи, убийства. Но я очень рад, что именно тебя прислали. Это Нартай. Будет тебе помогать. Месье Симон. Месье Симон. Вам плохо? Вы... Андрей, Андрей, открой, это я. Добрый вечер. Что это вы тут сидите? Что-нибудь случилось? Что с вами? Что с вами? Симон. Что, Симон? Там. Там, Симон. Как это произошло? Когда я вошла, он был уже мертв. Я стучала вам, стучала Максу. Я очень долго стучала, но ни его, ни вас не было. Максу? Кто там? Откройте. Сейчас, сейчас. Скорее. Что?
Симон убит. Какой Симон? Наш Симон. Адвокат. Когда? Только что. Ко мне кто-то заглядывал в окно, я точно видела. Вы ничего не заметили? Нет, я ничего не заметил. А вы сообщили в полицию? Нет, не сообщил. Так надо сообщить. Я попрошу вас, сообщите, сейчас. Пожалуйста. Пойдемте. Сейчас. Пойдемте. В пансионе у меня осталась дочка. Совсем простите, мадам, но вы просили меня позвонить. К сожалению, господин Лекрен срочно вылетает в Лондон на аукцион. Я очень сожалею, месье, но он уже вышел из бюро. Да, да. Все, что я могу вам сообщить. Спасибо, месье. Месье Лекрен, месье Лекрен, как извините, хорошо, что я вас застала. Извините, я по поводу я рука, спешу месье, на самолет. Я... Извините, одно замене. Я включу музыку. Вы не против? Машина занята. Ну, я вижу. Но я страшно опасна. В какую сторону вы едете? Можно по пути? Бульвар Распай. Замечательно, это совсем рядом. Мне нужен аэропорт Арлингтон. Это совсем в другую сторону. Господи, ну вам-то какая разница, в какую сторону ехать? Вы же видите, месье согласен, он молчит. Он думает, что он избавился от меня. Кто? Да этот адвокат. Но его ждет сюрприз. Я достану его из-под земли. Не сомневаюсь, мадемуазель... Натали Луни. Инспектор полиции Фош. Терпеть не могу полицейских. Впрочем, сама не знаю, почему. Благодарю вас, вы очень любезны. Поехали, поехали, я же опаздываю. Ну что же, поехали. И погода. То дождь, то солнце. Бульвар Распай. Послушайте, инспектор, может, вы подождете меня? Мне нужна ровно одна секунда. Я сейчас вернусь. Вам не кажется, что это уже слишком? Смотри, смотри. Пошла. О-о, какая наглость. Вот именно. Месье Легран? О,
снова вы. Не очень-то вы любезны, как видите, опять я. Но у меня же нет времени, мадемуазель. Мне нужна ровно одна минута, я вас провожу. Но уже объявили посадку. Я прочла обо всем там в газетах, месье. Дело в том, что в 43-м году моя мать невольно оказалась участницей этих событий. Поблизости она была вовлечена во всю эту историю, даже не отдавала себе отчета в том, что вокруг поймите нее происходило. Поймите меня, мадемуазель. Впрочем, я даже допускаю, что она была знакома с автором мемуаров, о которых вы говорили. Но вы понимаете, все это не так важно. Дело в том, что там был один человек. Извините, я не там могу вам... Там был один человек, она я искала его всю свою жизнь. Я не имею права об этом говорить. Это вопрос профессиональной чести. Извините меня. Но это очень важно, месье, я очень прошу вас. Я вернусь из Лондона через несколько дней и все вам объясню. Вы позвоните мне в контору. До свидания. Счастливого пути, индюк. Ты слышал? Ее мать имеет какое-то отношение к этому делу. Проследи за ней. О, извините. Такси! Такси! Мадам! Свободен. Занято. Ладно, садитесь. Ваш апельсин. А это вы. Я вам так благодарна. Возьмите апельсин. Вы представляете? Ну ладно, ладно, отвяжись. Вы представляете, он не сказал мне ни одного слова, это бесчувственный чурбан. Ну, поехали. Поехали. Спасибо, что вы меня подождали. Мадемуазель, вы не могли бы дать мне номер вашего телефона? Моего? Не волнуйтесь, это только в служебных целях. Ну, в этом плане не представляю ни малейшего интереса. Ошибаетесь, все, что касается Легрена, интересует меня. В таком случае вам, как полицейскому, не составит труда узнать мой телефон в справочном бюро. Включи правый поворот и поверни налево. Что вы делаете? Правила нарушаем. А вы знаете, инспектор, я передумала. Поворачивайте назад. Как поворачивать? Ну, так, назад, на аэродром. В аэропорт? Ну да, я улетаю. Куда это? В Лондон. Простите, вы сумасшедший, очевидно? Ну, конечно. Так, я и знал. Что вы здесь делаете? Я здесь живу. Извините, я живу в соседнем номере. Я перепутала дверь. Извините, месье. Одну минутку, мадам. Да, месье, что? Хотите что-нибудь выпить? Я право не знаю. Впрочем... Посидите со мной, пожалуйста. Ну, если вы хотите. Благодарю вас. А что это за фильм? А, это старая хроника. А какой это город? Это где-то на востоке. Вы бывали там? Не припомню, может быть. Я очень много путешествовал. Восточные города все похожи один на другой. Мерси. А кто это? Это нищий или паломник. Интересно. Как вас зовут? Меня зовут Франсуаз. А вас? А я Макс. Ваше здоровье, Макс. Привет.
Вот моя сестра. Она была мне не только сестрой, она была мне матерью. Наши родители умерли от тифа в начале Первой мировой. Она воспитала меня, определила в пансион. Мечтала, чтобы я учился в университете. Собственно говоря, из-за меня она нанялась к этому дипломату. Перед войной его перевели в Иран, и она вместе с его детьми переехала сюда. Потом началась война, и мы потеряли друг друга. Откровенно говоря, я согласился сопровождать тело Дарюши только из-за сестры. Я должен найти ее. Это мой долг. Салам алейкум. Хедмата Туре сидим. Что он сказал? Он сказал, что он пришел. Ну, я вижу, что он пришел. Пусть присядет. Не фармайт. Бегуйте, что он до нафар хазырант мулагат кунат. Те двое готовы встретиться с вами. Когда? Бегуйте, кей. Фарда, сааты да, кавхуне Фаррух. Завтра около 10 в кофейне Фаррух. Хорошо. Хуп, марафти. Что? Он сказал, что он уходит. Ну, пусть уходит. Хоп, мерси. Мерси. Этот человек шофер. Он работал в английском посольстве до войны. Потом ушел на покой. Возраст. Вам может показаться странным, что я встречаюсь с этими подозрительными личностями, да? Да, признаться, мне это очень неприятно. Но у меня нет другого выхода. Официальный розыск займет уйму времени. Этот человек сведет меня с нужными людьми. Правда, это обойдется гораздо дороже. Но что поделаешь, тут свои законы. Да, я понимаю. Все же мне как-то не по себе, если вы могли обойтись без меня. Ну что вы, Мари, без вас я просто погибну. Они ведь не знают ни одного языка, кроме своего родного фарси. Хорошо. Спокойной ночи. Мари, я хотел попросить вас об одной любезности. Мне будет очень неприятно, если кто-нибудь узнает о моих встречах. Хорошо, я никому не скажу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну? Ну, ищи похоронного агента, раз-два и общался. Пара белья, свитер. А оружие? Оружие и документов не оказалось. Ты знаешь, попалась мне под руки его записная книжечка. Хотел положить на место, но одна страничка меня заинтересовала. Ну? Сначала подумал шифр, потом подумал игра какая-нибудь. Я зарисовал, посмотри. Ага. Ну и что означают эти цифры? В чем их тайный смысл? Что это? Чёрт время, расстояние, скорость, возраст? Что это такое? А что, если предположить, что 30-е – это число месяца? Допустим, 30 ноября. Ну, а что же тогда означает столбик из 32 цифр? Все что угодно, только не дни месяца. Их же не может быть 32. Погоди, погоди, погоди. А что, если к 30 ноября прибавить 32 дня? М? Получается, 1 января, Новый год. Да нет, бессмысленно. Да. К этому времени конференция уже закончит свою работу. Да, если вычесть, то получается 29 октября, тоже число рядовое, ничего не значащее. Погоди. Так ведь 29 октября – это день нашего приезда в Тегеран. Точно. Это день нашего приезда в Тегеран. Значит, между этими цифрами существует связь. Но во всяком случае, можно предположить, что 30-е – это число месяца. Да, да, да. Что-то должно произойти 30 ноября.
Мари. Добрый вечер. Сегодня ночью у меня будет очень важная встреча. Мне понадобится ваша помощь. Хорошо. Мари. Да, у меня тоже из головы не идет вся эта история, бедняга Симон. Нет, он не был жертвой грабежа, нет. Мне почему-то кажется, что он погиб, потому что не умел держать язык за зубами. Что вы хотите этим сказать? Нет, ничего. Пожалуйста. Меня должны ждать старик Юзбаши с сыном. Добрый вечер. Хош омадид. Бефармаид. Бефармаид. Спросите, это возможно? Ин мамкин аст. Бале. Бале. Да, возможно. Возможно. Принесли? Авордид. Бале, авордид. Бале, бале. Пусть объяснят. Шар бедахид. Ин дивар. Это забор. Ин манзеле унхас. Это их дом. Инджа дэре вруди. Главный вход. Инджа сарсара, ин ам хаммам. Вестибюль, ванная комната. А где вход в подвал? Дара из Ирзавинка Джаст. Один сестра Мишрафт, Патерин Тойон, Дарист, а почты дар Пеллекуне, Паунджи Хамиши Торике. Чон лампы сейчас? Нужно пройти по этому коридору. В самом конце дверь, за ней лестница. Но там всегда темно. Лампочка разбита. Мари, скоро комендантский час. Вам надо возвращаться в отель. Я вернусь. Нахамидам. Мари, я могу показаться назойливым. Все время думаю, как нелепо погиб Симон. Нелепо. Страшный город. Я очень беспокоюсь о вас. Идите, Мари, машина ждет вас. Дорам дар ру мизана. Кто? Это я. Извините меня, месье Макс, но я не смогу больше вам переводить. Мари, вы ставите меня в безвыходное положение. Удалось слышать разговор? Так, отдельные слова. Часто упоминали английское посольство. Есть новости? 32-я страница. 30 ноября родился сэр Уинстон Черчилль. Это означает, что 30 ноября вечером три лидера соберутся в английском посольстве за праздничным столом. Так, во всяком случае, немцы сделали на это ставку. И я думаю, не ошиблись. Слушай, мы ответили на два вопроса, когда и где. Так? Английское посольство 30 ноября. Ну? Но мы не знаем ответа на самый существенный вопрос. Как? Каким образом собирается похоронный агент попасть на территорию английского посольства? Ну, попасть туда невозможно. Это понятно даже младенцу. Да, но он-то себя ведет очень уверенно. Полное ощущение, что он знает, как туда попасть. Да, ты прав. Ты должен дать команду задержать похоронного агента.
Нет. Существует человек, который руководит всем заговором в целом. Ему известны и дублирующие, и подстраховывающие варианты. Похоронный агент, по меньшей мере, однажды попытается войти с ним в контакт. Нам остается ждать, когда это произойдет. Ну, а если этого не произойдет? Нет, но встретиться они должны. Обязательно. Дело в том, что у похоронного агента всего лишь маленький дамский браунинг. Сам понимаешь, это не то оружие, с которым идут на покушение. Значит, специальное оружие ему должны вручить в самый последний момент. И сделать это должен вот этот самый человек. Какой-то антикварный магазин. Я знаю. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вы хотите что-нибудь приобрести? Да нет, мы просто хотели посмотреть. Прошу вас. Скажите, вы в моей лавке никогда не были? Нет, я недавно приехала в Тегеран. Эта лавка раньше принадлежала моему отцу. А потом ее купил этот грек, он не узнал меня. Здесь прошло мое детство. Вокруг меня были иконы, лики богов. Я играла с ними, как играют с куклами. Придумывала им разные имена, разговаривала с ними. И они понимали меня. Потом долгие годы они снились мне по ночам. Посмотрите на эту Виджаю. Мне кажется, она меня узнала. Как хорошо, что ее не продали. Знаете, когда я была маленькой, я спала в этой комнате. Теперь я уже не могу вспомнить, было это во сне или наяву. Тебе больно. Президентская машина проследовала в сопровождении усиленного эскорта. В
В то же время сам президент Рузвельт без всякой охраны ехал в американское посольство по окружным улицам и вскоре благополучно прибыл на место. Встреча Черчилля была организована крайне немедленно. По пути следования были расставлены конные персидские патрули, совершенно бесполезные и только привлекавшие внимание. Полицейская машина, ехавшая впереди сиреной, возвещал о прибытии важной особы. Черчилль так это описывал в своих мемуарах. Не было никакой защиты на случай, если бы нашлись 2-3 решительных человека, вооруженных пистолетами или бомбой. Доехав до поворота, ведущего к нашей миссии, мы попали в затор и в течение 3 или 4 минут стояли, не двигаясь с места, среди толпы глазевших на нас персов. Даже если бы заранее сознательно намечалось подвергнуть меня величайшему риску и лишить надежной охраны, то едва ли это можно было сделать лучше. Однако ничего не случилось. Я улыбался толпе, и, в общем, она улыбалась мне. Что пишет в своих мемуарах мой клиент. Я протиснулся сквозь толпу к машине и внезапно увидел Черчилля. Он был в каком-нибудь метре от меня. Я мог дотянуться до него рукой. Странное чувство охватило меня. Судьба словно нарочно свела нас вместе. Но я не выстрелил. Что-то помешало мне. До сих пор я не могу понять, что. Может быть, этот проклятый француз-археолог и переводчица, которые прилипли ко мне как мухи. А может быть, просто везение. Этой старой лисе Черчилль везло всю жизнь. Как оказался в своей резиденции Сталин, это не было известно в Тегеране никому. Вниманию публики предлагается только что показанный материал «Негатив», а также исторический документ, датированный 1943 годом и подписанный Адольфом Гитлером. В документе распоряжение приступить к осуществлению операции «Дальний прыжок», покушение на Большую Тройку. Ответственным за проведение операции был назначен некий человек, ни звания, ни имени которого никто не знал. В документе он значится под кличкой «Палач». Желающие могут ознакомиться с заключением экспертной комиссии, которая подтверждает подлинность документа. Объявляется первоначальная цена – 250 тысяч. 300 тысяч. 600 тысяч. 650 тысяч. Итак, господа... Извините, месье. Извините, господа. Мне только что позвонили из Парижа, что банк, услугами которого я воспользовался, час назад ограблен. Документы, рукописи, негатив фильма, все это похищено из сейфа. Видимо, имеются жертвы. Сожалею, но продажа этих вещей с аукциона невозможна. Дамы и господа, вниманию публики предлагается картина неизвестного фламандского художника 15 века из частного собрания.
вверх! Быстро! Всем оставаться на местах! Понятно? Всем оставаться на своих местах! В случае сопротивления самолет будет взорван! Спокойно, спокойно, господа, не волнуйтесь! Мы никому не причиним зла! Эй, вы во втором салоне! Руки вверх! Спокойно! Всем оставаться на местах! Руки вверх! Быстро! Руки! Зал. Руки на голову! Не разговаривать! Прошу вас. Я не пью. Ты мне нравишься. А вы мне нет. Это не важно. Пойдем. Пошел он, болван. Держи. Ах ты дрянь. Я тебе покажу. Ну-ка встань. Встань. Ты что, оглохла, а? Молодой человек. В чем дело, а? Эй, вы! Не с места! Всем руки на голову! Не двигаться! Никому не сходить с места! Пристрели его! Я говорю, лежать! Лежать! Ты что? Всем руки на голову! Слышишь? Ты что, мне говоришь? Я тебе, болван! Убирайся, иди в кабину! Дерьмо! Дамы и господа, за этот маленький инцидент я приношу вам свои извинения. Мы не бандиты. А этот, ну, выпил лишнего. Для вас у меня хорошие новости. Власть обещает выполнить все наши условия. Спасибо. Но если они попытаются нас обмануть, мы взорвем самолет. Вы поняли? Вы о чем? Ну, вы поняли, что я была права. Вы видели мою мать? Какую мать? О чем вы говорите? Ну, рядом с Черчиллем, на экране в аукционе. Мадемуазель, вы не в своем уме. Разговаривать сейчас о вашей матери, о Черчилле, когда нас с вами могут в любую минуту прикончить. Ну, конечно, месье Легран, я все понимаю, но вы всегда так заняты, а сейчас как раз удобный случай. Мадемуазель, вы подальше держитесь от этого дела. Так будет лучше и для вашей матери, и для вас. Вот вам мой совет. Вы где сидели? Там. Идите. Да. Понял. Власти решили обменять вас на заложников с самолета. Знаю. Лично я против. Я бы предпочел. Я предпочел бы застрелить вас при попытке к бегству. Знаю. Я хорошо разбираюсь в людях. Если вы надумаете вернуться в мою страну,
то имейте в виду, я вас жду с нетерпением. Не надо драматизировать. Вы для меня совершенно безопасны, как божья коровка. В вашей стране слишком много демократии. Простите, у вас нет? Простите, валидол у вас не найдется. А, сейчас. Свой потерял, очевидно. Прошу вас. Благодарю. Сердце? Да, ну что тут. Благодарю. А, нет, оставьте себе. Я видел вас на аукционе. Я был там. Да. Вас, вероятно, расстроило то, что вам не удалось приобрести документ. Это большая утрата. Знаете, мои коллеги по германскому обществу, любители военной истории, будут очень расстроены и недовольны этим. Да, вы знаете, я никогда не слышал о вашем обществе. А ваша программа, если не секрет? Пособираем и возвращаем к жизни документы последней мировой войны. Простите, я бы хотел понять. Документ, который вы пытались приобрести, ведь он обнажает еще одну попытку убийства, не так ли? Политический террор существовал всегда. Это факт, и факт, как мне кажется, вполне объяснимый. Давайте рассуждать. Человеческая жизнь имеет определенную цену. Поэтому она не может не приниматься в расчет в политических разногласиях. Но ведь в этом есть оправдание терроризму. Слушайте, стоит ли придавать терроризму такое огромное значение? За один день в дорожных катастрофах погибает больше людей, чем за все годы террора. Да, но там несчастный случай, а тут презрение к человеческой личности, цинизм. Простите. А это вы? Да. Я вам так благодарна. Я думала, он меня убьет. Вы видели его глаза? Если бы не вы, он бы наверняка меня убил. Видел. Вы не хотите выпить кофе? Прошу вас. Спасибо. Два кофе, пожалуйста. Послушайте, вы знаете, на кого нас обменяли? Нет. Сейчас я вам покажу. Какая-то фантастическая личность. Смотрите, что здесь пишет. Срок его пребывания в тюрьме должен был закончиться ровно через месяц. Странно, зачем понадобилась вся эта история с похищением самолета, если его все равно освободят через месяц? В том-то и дело, что понять совершенно невозможно. Какой-то абсурд. Видимо, в его действиях был какой-то смысл. А вы знаете, а мне даже нравится вся эта история. А что вы на меня так смотрите? Как? Как-то странно. Ваша фамилия Луни?
Откуда вы взяли? Я вас сразу узнал. Узнали? Разве мы были знакомы? Нет, просто я видел вас у конторы Леграна в Париже, а потом в Лондоне на аукционе. Вы не бойтесь, я не причиню вам никакого вреда. Скажите, я могу встретиться с вашей матерью? С моей матерью? Значит, это вы следили за ней? Следил? Ну да, последнее время я замечаю, что за ней кто-то неотступно следит. Это были вы? Нет, это был не я. Я вас очень прошу. Дайте мне адрес вашей матери. Ей угрожает опасность. Мне пора. Хорошо, господин комиссар. Да-да, адрес у меня есть. Ее дочь только что дала мне его на аэродроме. Простите, я плохо слышу. Как фамилия? Инспектор Фош. Да, понял. Буду ждать его в гостинице. Благодарю вас. Странно, но такого номера здесь вообще нет. Все ясно. Она обманула вас. Фальшивый адрес. Я очень боюсь за ее жизнь. А что делать? Она же не премьер-министр. Личная охрана ей не полагается. Да. Да, я понимаю. Впрочем, у меня есть собака. Какая собака? Бельгийская овчарка. Ну? Мне все равно, где с ней гулять. Могу под ее окнами. Адрес узнай из более надежного источника. Как вас зовут? Жорж. Андре. Идем назад. Как уже сообщалось ранее, группа вооруженных террористов захватила самолет, на борту которого находилось 260 пассажиров. Самолет приземлился на территории небольшого тропического государства. После переговоров с властями террористы освободили большую часть заложников, 210 человек. По требованию захватчиков к трапу самолета был подан микроавтобус. Террористы, прикрываясь оставшимися заложниками, сделали попытку покинуть самолет. Однако расположившиеся на крыше ангара снайперы открыли по ним огонь. 9 из 14 террористов были убиты на месте, двое скончались от ран, один находится в местной больнице. Двоим удалось бежать. Человек, из-за которого был захвачен самолет, и один из его сообщников успели прыгнуть в микроавтобус и покинули аэродром. Власти принимают все меры для задержания... Прошу вас. Кто этот человек, ради освобождения которого было совершено это бессмысленное преступление? Ответ пока не ясен. Однако уже... Кто он? Эта зловещая фигура... Шернер, я узнал его. Какой Шернер? Ну, тот, который сидел в тюрьме, я тебе рассказывал о нем. Утверждают, что он занимал весьма высокое положение. А, смотри-ка, они его освободили. Однако это кажется сомнительным, так как никаких официальных документов на этот счет... Сейчас ты увидишь его молодым. Ни фотографии, ни одного кадра хроники. Так, это не то, это Рузвельт. На другой день после прибытия в Тегеран Рузвельт покинул здание американской миссии и направился в советское посольство. К чему мне все это? Пять лет я храню эту пленку. Ее никто не видел.
За все эти годы мне не с кем было даже поделиться. Наверное, поэтому я написал эти проклятые мемуары. И ты не боишься? Кого? Ну, меня, например. Что ты имеешь в виду? Ничего. Нет. Тебя не боюсь, нет. Знаешь, американская миссия находилась на почтительном расстоянии от советского и английского посольства. И Сталин предложил Рузвельту перенести свою резиденцию в советское посольство, ну, чтобы избежать необходимости разъезжать туда и обратно. Приглашение это было сделано на основании информации советской разведки о том, что диверсанты, заброшенные в Тегеран, готовили против Большой Тройки, как выразился Сталин, неприятный инцидент. Приступайте. Лучше. Но все же плохо. Надо сократить 10 секунд. Ладно. Не придирайтесь к нему, это же репетиция. Когда дойдет до дела, он побежит побыстрее. Твои документы готовы. Вылетаешь утром. Шернер ждет тебя. Деннис Пью приплывает в среду между 9 и 11 по тегеранскому времени. Пошел ко дну. Сигару. Я закрываюсь, будут готовы завтра. Мои фотографии мне нужны через час. Я закончил работу. А сверхурочные в тройном размере. Плачу в десятикратном. И кроме того, куплю негатив. Я слышал о вас много лестного. Говорят, вы способны творить чудеса. Что вы можете из двух совершенно непохожих людей сделать близнецов? Поговаривают даже, будто бы вы не брезгуете фабрикацией документов. Короче, что надо сделать? Если мы вам скажем, останутся две возможности. Или вы выполните заказ, или нам придется вас убрать. Вы отдаете себе отчет? А вы отдаете себе отчет? В том, что за художественную работу полагается хорошенько платить. Уверен, что мы найдем общий язык. Выкладывайте, что у вас. Фотография, которая там проявляется, должна заменить вот эту. Хватит. Хорошо. А господин Деннис Пью не обидится? Он далеко, ему все равно. Ну что ж, я попробую закончить эту работу к утру. И если вы зайдете часам к 10. Нет, мы будем спать здесь. Здесь вам будет неудобно.
Ничего, ничего, мы потерпим. Ну, хорошо. Да-да. Да. Добрый день. Добрый день. Можно вас на минутку? Конечно. Портье мне сказал, что вы интересовались мною. Да, я хотела вас видеть. А в чем дело? Я чувствую себя очень неловко за мой отказ вам помочь. Я понимаю, в какое трудное положение я вас поставила. Если я вам понадоблюсь, вы скажите, я буду рада вам помочь. Спасибо. باور کنید قسم میخورم همه چی مرتبه اینجا هم خیلی خلوته هیچ کم دور بر ما نیست درست میگن ها скажите чтобы они заткнулись ارباب چی گفتن لطفا ساکت شوید خاموش هستیم خاموش هستیم خاموش هستیم скажите чтобы они отвечали на мои вопросы односложно только да или нет больше ни единого слова جواب بدهید فقط یک کلمه بله نه Спросите, будут ли они готовы к 30-му числу. Шама барой розы сием хазарит? Бале. Спросите еще раз, точно ли он понял мой вопрос. Будут ли они абсолютно готовы к 30-му числу, то есть послезавтра? Шама хатман розы сием хазарит? Бале, бале. Бале. Хорошо. Спасибо, Мари. Вы мне больше не нужны. Как это все? Да, все. Машина вас отвезет в отель. Остановите, я здесь выхожу.
Ты знаешь, чем сейчас занимается похоронный агент? Похоронный агент? Да. Похоронный агент сейчас пролезает сквозь бочки. А откуда ты знаешь? Знаю. Мало того, я знаю, что сегодня у него лучше получается, чем 5 дней тому назад. Да что же, он идиот, что ли? Да нет, ты знаешь, по-моему, он гений. Сам дьявол не придумал бы лучшего способа проникнуть в английское посольство. Понимаешь, все дело в том, что в этом городе не существует водоснабжения в том виде, в каком оно существует в других городах мира. Здесь же нет ни труб, ни водонапорных башен. Здесь вода стекает с гор специальными каналами, которые протекают под всем городом. Местные жители называют эти каналы канатами. И вот подобные канаты есть и под английским посольством. Обслуживают их потомственные канатчики. Обыкновенному человеку проникнуть туда и передвигаться просто невозможно без специальной подготовки. Вот эти двое и есть канатчики из английского посольства. А вы верите в предчувствие? Но вы же знаете, что я верю в случай. Да, случай. А мне кажется, что случай — это часть чего-то большего, чего мы не знаем. Он как поплавок на поверхности воды. А все главное находится в глубине и скрыто от нас. Не беспокойтесь, Мария. Я не дам вас в обиду. Спасибо. Андрей. Что? Смотри. Ты был прав. Он получил оружие. Кто передал? Незнакомый человек вошел в кофейню с сумкой и вышел без нее. А где этот человек сейчас? Наши люди не спускали с него глаз. Ушел. Нас предупредили оставаться на местах, никуда не расходиться. Очевидно, сегодня повезут. Ну и что из этого? Сегодня ты должен только снимать. Снимать и запоминать, больше ничего. Не стану приносить вам свои извинения, господа, за то, что мы вас обыскали и осмотрели вашу аппаратуру. Прошу в машину. Полагаю, что неизбежность строгих мер безопасности понятна и без объяснений. Из машины не выходить.
торжественная церемония вручения дара английского короля Георга VI городу Сталинграду. На лезвие меча было написано: гражданам Сталинграда, людям с остальными сердцами, от короля Георга VI в знак уважения английского народа или что-то в этом роде. Послушай, Макс, зачем ты ввязался в эту историю? Черт его знает. Этот мерзавец Шернер втянул меня. Кофе готов? Да-да, сейчас. О, после церемонии все трое фотографировались. Состоялось это 29 ноября в 15:30. Жаль, что меня не было там в этот час. Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Не сердись на меня, Франсуаз. Знаешь, я очень привык к ним. Когда они умерли, у меня было такое ощущение, что я потерял родных. Потом что-то случилось с моими нервами. По ночам снится всякая дрянь. Слишком много я знаю о прошлом этого мерзавца Шернера. Боишься? Нет, я не боюсь. Теперь меня не так-то просто найти. Пусть поищут. Нет, ты идиот. Вот знаешь, почему я ошиблась дверью тогда? Почему? Шернер мне велел войти к тебе в доверие и все узнать. Ну, продолжай, продолжай. Самое главное узнать, у кого хранится твоя рукопись, и сообщить твой адрес. Почему же ты этого не сделала? Почему? Может, тебя пожалела? Неправда, ты все это придумала. Нет, все правда. Привет. А, это вы? Привет, инспектор. Вам не наскучило? Что? Торчать под моими окнами. А, вы что, здесь живете? Живу, живу. Какое совпадение. Да? Мне кажется, инспектор, что вы все-таки решили воспользоваться услугами справочного бюро. Нет, ничего подобного. Просто я здесь гуляю с собакой. Видите? Ну-ка, покажись, Лиар. Красивый пес, да? Вам нравится? А... Что вы замолчали, инспектор? Что с вами? Уходите отсюда. Немедленно уходите. Вы слышите меня? Не понимаю, куда?
Тебе надо уехать отсюда сегодня же. Только не днем. Уедешь вечером. Тебя может спрятать эта женщина у себя в подвале в полночь. Она приедет сюда на такси. Но мне надо повидаться с Легреном. Я помогу тебе, но не сегодня. Ступай. Вот. Это тот самый день рождения Черчилля. Знаешь, Франсуаз, уже после войны я прочитал несколько книжек об этом покушении. Как ни странно, в них кое-что оказалось правдой. Но все они грешили одним. Принимали ложные, отвлекающие варианты за подлинные. Никто даже не догадывался, что существует еще один вариант. Я. Это была единственная реальная опасность для большой тройки. Ателье Мустафы. Понял. Я прошу вас 5 минут. Только 5. Нет. Все было в порядке. Камера работала нормально. Очевидно, что-то произошло во время проверки. Я не могу. Но ведь такие события не каждый день происходят. Ну, хорошо. Даю вам не больше 5 минут. Благодарю. Это по пути, ателье Мустафы. У меня неприятности. Камера испортилась. Прошу. Камеру. Подождите там. Все в порядке, она работает. Балоли, ой, балоли. Золаки, золаки, бачи. Мига, мига. Рода вешира, рода вешира. Хасашо джофи. Попросите всех выйти из машины. Прошу всех выйти из машины. Здравствуйте. Здравствуйте. Положите аппаратуру. Можете курить. Господин Пью? Да. Мы хотели бы проверить вашу камеру. Ее только что проверяли. Тем не менее, мы бы хотели проверить ее еще раз. Но там внутри пленка. Не беспокойтесь. У нас есть для этого специальное помещение. Прошу вас. Хорошо, идемте. Откройте камеру. Пожалуйста, но здесь слишком светло, я засвечу пленку. Откройте камеру. Руки! За голову! Вперед!
Что вы здесь делаете? Что улыбается? По-моему, вы хотите есть. Ужасно. Пойдемте. Знаешь, о чем я думаю? Нет. Я думаю, что я самый счастливый человек на свете. Странно, правда? Меня только что хотели убить, а я счастлива. Мари, тебе надо уехать отсюда немедленно. Пойми, нам надо расстаться, иначе нельзя. Я могу причинить тебе горе, несчастье, может быть, даже смерть. Хорошо, я отправлю тебя на несколько дней за город, там ты будешь в безопасности. А через 3 дня я за тобой приеду. Хорошо? Пошли. Мадам покидает нас? Мадам отдохнет несколько дней за городом. Клиника у меня небольшая. Прошу садиться вон сюда. Благодарю вас. Отличный персонал, безупречный уход. Больных немного, но все они вполне порядочные люди. Мадам, и прежде беспокоили головные боли, но сегодня ночью я просто испугался. Ну, я думаю, никаких оснований для тревог нет. Мадам пробудет у нас 2-3 дня. Мы проведем исследование, назначим курс лечения. Разрешите ваш чемоданчик? Да, пожалуйста. Сейчас подойдет медсестра и отведет мадам в предназначенную ей комнату. Мадам Луни? Да. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, мне лучше. Но я вас не знаю. Очень сожалею, мадам, но я за вами. Что-нибудь случилось? В него стреляли. У входа в отель. Он ранен. Ранен. Просит вас приехать. Пожалуйста. Куда вы меня привезли? Куда вы меня привезли? Не надо волноваться. Куда вы меня ведете?
Из 16 номера. Поживее. Проходите, садитесь. Соединил. Да, вам кого? Вас. Приезжайте немедленно. Адрес улица Бархай, 7. Мадам Луни у нас. Вы поняли, что я сказал? Я не верю, что она у вас. Будьте любезны, скажите что-нибудь. Андре. Андре, они хотят убить меня. Я не знаю, за что, но они хотят убить меня. Чепуха, они пугают. Где ты находишься? Андрей, я хотела сказать, что люблю тебя, ты слышишь? Да-да, мы скоро уедем отсюда. Скоро уедем. Где ты находишься? Я не знаю, я... Извините. Это опять я. Послушайте, я вам хорошо заплачу. Нам нужны не деньги, а вы. Через сколько времени вы сможете быть у нас в Бархай 7? Только без глупостей. Через час. Это поздно. Я не успею. Попытайтесь. Я правильно понял, Бархай 7? Мерзавец. Арбов, ты че, адами? Адами, адами. Я знаю, что там человек. Держи-ка. Держи крепче. А чичу. Давай. Все, теперь ждите. Тебя тревожит? Пальто и шляпа. Пальто? Да, почему он его не снял? Ведь ему в пальто неудобно. Что надо? Прячься. Стой! Бросьте лестницу. Руки. Поднимите голову. Снимите шляпу. Кто вы? Он... заставил меня переодеться. Возьмите его. Могильщик. Я? Почему опаздываете? В городе облавы, Мустафа взят. Оператор где?
арестован. Вы должны были забрать пленку. Забрал. В городе повальные аресты. Англичане и русские вместе с иранцами. Наши. Туда. Со мной. Que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés dans un sanglot, l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout. Mais n'ont rien changé, car un au revoir ne peut être un adieu, et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler. Que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonie. Thank you.
Здравствуй, Мари. Здравствуй, Андрей. О чем ты думаешь? Проклятое время. Неужели больше никогда ничего не будет? Неужели все кончилось? Все ушло? Нет, Мари, все осталось. Прошлое так же реально, как то, что происходит сейчас в данное мгновение. Главное — это не забывать. Главное — это память. Да-да, память. А я помню маленькую облезлую гостиницу, в которой мы жили в Тегеране. Ты знаешь, она для меня реальнее, чем эта рюмка коньяку. Или вон человек за тем столом. А я вспоминаю антикварную лавку. Виджаю, покрытую пылью. И твои сны. Господи, да что ж мы тут сидим? Мы должны поехать ко мне. Подожди секунду, сейчас я позвоню дочь. Я ее дочь. Меня зовут Натали. Да-да, я вас узнал. Можно я сяду? Да, конечно. Простите, я вам не предложил.
Знаете, она была в телефонной будке. И в это время грузовик. Большой грузовик. Мать много рассказывала о вас. Она повторяла свои рассказы десятки раз. Я даже помню их наизусть со всеми подробностями. Каждый. Камень на мостовой, каждое движение, каждый звук. Последние дни она все время вспоминала историю с дельфинами, как вы купались в море, не заметили, как началась гроза и... Появились дельфины. Дельфины? Но мы никогда не были у моря. Боже мой. Значит, она все это выдумала. Извини. Что будешь пить? Пиво. Ни одного из них нет живых. Все они умерли своей смертью. А ведь я мог убить их. Черчилль на панихиде по Рузвельту. А это уже его собственные похороны. Ну как ты жил все это время? Жил сытно, достатки. Но это была жизнь дождевого червя. Потом меня позвали. Наши люди нашли меня и позвали. Ну, а ты? Нет, я не изменял своему делу. На убийство, особенно политическое, всегда был спрос. А в последнее время оно так вошло в моду, что от некоторых предложений приходилось отказываться. Времени не хватало. Потом ко мне перестали обращаться. Действительно, кому нужен старик, когда вокруг так много молодых? Отпусти меня. Отпусти меня, а? У нас мало времени. Идем. Кстати, я хотел тебя спросить. Из чистого любопытства. Куда ты исчез тогда в Тегеране из этого каната? Ведь ты был в двух шагах от английского посольства. Я профессионал, а не самоубийца. Уже там, внизу, в колодце, я понял, что мне конец. И ушел через запасный ход. Знаешь, до сих пор не могу понять, как они пронюхали про канаты. Thank you.
Руки! Кстати, господин Шернар, раз уж мы встретились, один вопрос. Зачем нужен был этот захват самолета? Ведь до вашего освобождения из тюрьмы остался всего месяц. Если бы остался час, я все равно бы освободился сам, чтобы доказать вам, что мы еще сильны. Простите. И я вас жду, месье. Я не принимаю сегодня. Я иностранец. Я приехал издалека. Я по поводу книги. Меня интересуют некоторые подробности. Никакой рукописи уже нет. Но я могу встретиться с автором. Автора тоже нет. Он умер. Его убили. Он умер. А киноматериалы, я видел их в Лондоне. Ничего нет больше. Негатив тоже уничтожен. Что ж, остается память. Что вы имеете в виду? Память. Обыкновенную человеческую память. Она надежнее всего. Прощайте. Прощайте.